Сверху! У нас два! Легче точно не станет. Как говорится, да начнутся игры. Или потому, что на табло мы уже вышли вперед. Наглый урод. Ладно, выдвигаемся. Осторожно. Я уже вижу вдалеке станцию связи, мы близко. Впереди две цели. Я слева, ты справа. Эта громадная антенна намекает, что там у них центр связи. Оттуда можно передать данные разведки. Нам нужно будет допросить оператора. Какая тактика? Хороший, плохой полицейский. Давай лучше по-старому. Двое парней с пушками. Должно. Орел-1, говорит центр. Доложить обстановку по секторам. Говорит Орел-1. Сектор 3 чист. Пока ничего необычного. Орел-1, мы не можем связаться с постом Альфа. Можете отправить кого-нибудь на проверку? Слушай внимательно. От того, как ты сейчас себя поведешь, будет зависеть твоя жизнь. Понял меня? Пошел к черту, американский свинья! Ты уже мертвец! Как грубо. В каком месте будет заключаться сделка? Я не знаю. Ну, как хочешь. Стой, не стреляй. Я лишь знаю, что попасть туда можно только на лодке. Опять не договаривай. Пожалуйста, я больше ничего не знаю. Клянусь, своими детьми клянусь. Диас, отправляйся искать лодку, а я буду резать его на кусочки, пока не заговорит. Идет. Только заткни ему пасть, чтобы не орал. Ладно, ладно. Не так уж много мне и платят. Жизнь дороже. Вам нужен заброшенный монастырь. Туда можно добраться по реке, только сначала придется пройти через пещеры. Это все, что я знаю, клянусь. Ну вот и молодец. А теперь спокойной ночи. Юниформ, вы все слышали. Можете подтвердить его рассказ? Понял тебя, Рейзер. Судя по снимкам со спутника, он не соврал. Тебе придется пробираться через систему пещер. Мы уже почти закончили с подготовкой торжественной встречи Хасана и Миринова. Поспеши или опоздаешь. Да, сэр. Такое событие я пропустить не могу. У нас нет никаких данных, сколько противников. Смотрите в этих пещерах, как хорошо они будут. Вам следует оставаться. Юниформ, у нас статические помехи. Судя по всему, камни мешают. Доложу, как буду наверху. 3-2, конец связи. Иди за мной и будь начеку. Камни скользкие. Держись! А? Ябду аннаху ля шай. Ч
أكره هذا المكان. Спасение утопающих. Заткнись. Черт, винтовка, твою мать. Сколько патронов у тебя в пистолете? 15. Это, конечно, не прогулка по парку, но здесь немало темных мест, где можно спрятаться. И у меня еще остался бинокль. Как можно по-другому сказать «вниз, Коул»? Ну ты же герой, а я просто наводчик. Плюс это твоя винтовка. Проныра. Перед тем, как идти по мосту, проверь прожектор. Если здесь поднимут тревогу, мы трупы. Надо держаться в тени. Стой! Из туннеля справа выходит патруль. Попробуй переждать. Не горячись. Жди момента. انتظر علي ان ابلغ اوليما ان نجري مسحا للمنطقه الان نتقدم نحو القطاع الشمالي حسنا انتهى الفرقه تطاردنا لو اقتحموا القاعده سننال منهم هناك اطلاق نار في قاعده اليب اي مصابون لا نعرف все чисто дождись прожектора الوضع غير مبهر يبدو ان المعلومه كانت صحيحه الامريكان وصلوا يبدو ذلك اظن وانا الان للبحث عن الحرب الجديده ليس هذا وقتا مناسبا لارسال سيرتك الذاتيه لو ان الامريكان هنا فمعظم الرجال سيموتون луч движется к тебе انا ساخرج من هنا حيا مهما не светись не шуми ладно идем пошел هو بعيني يقولون انه ما بقيت немного اجل لكن سيقبل خير ندله مرينوف معه قناص خاص به يا прошёл хорошо один противник у тебя на пути سنرى لكنه دمر الفريق المعتدي في العملية الأخيرة لهذا أصدق الشائعات هل فكرت ما قلته لك أجل فكرت فيك كثيرا يا مركز هل أنت أريد مسعفا بسرعة هنا لإصابة حالة حرجة يا مركز Лучше их не трогать. Можешь пройти вокруг по тропинке. Думаю, я уже немало тут сделал. Не слышится сожаления? Нет. Эргономика. وعلينا أن نؤمن المنطقة جيدا من المخارج لأنه من الواضح Я вижу патруль, движется по тропинке в твою сторону. Бог ты мой, здесь негде спрятаться. Лезь в воду, живо. وينتهي الأمر. إياك أن تحلم إنك أيها المرتزق الحقير ستتمرغ في النعيم. سمعت هذا؟ جرب خطوة خطوة الماء. هذا يحدث كثيرا. لا داعي للقلق. Холодна, как лед. Хочешь попробовать? Я тебе верю. Залезай на причал. Нужно разведать что-то впереди. هذا المكان جنة للقناص مختلف حسنا لكن الامر نفسه ينطبق على الغابات فهي مليئة بمواهب مناسبة للقناص Иди по верхней тропе там будет меньше противников اذا سيضطر القناص للاقتراب من الهدف Здесь очень легко устроить засаду будь осторожен Стой Попробуем переждать الكل شيء تمام عندك اجل وهذا ممل جدا يا حقير الجسور الملعون في قلب الشارع بعلمك
لو لم أكلف بمهمة حراسة على جسر مرة أخرى سأموت مرتاح البال. ما مشكلتك مع الجسور؟ الفكرة المرتفعات أكرهها من كل قلبي. والملاحين هنا يبنون كل معابدهم على قوات الخضاب وقمم الجبال، وبينها جسور ممددة فوق وديان. Если убьешь часового сзади, постарайся оттащить его тело подальше. هذه الرائحة. ما هذا؟ Попав под луч прожектора, можешь словить пулю, будь осторожен. لا أظن أنهم جمعوا كل المتفجرات في مخزن سلاح واحد، فهم ليسوا فوضيين هكذا. Наконец-то. Вижу свою винтовку. Надеюсь, что с ней все в порядке, потому что свет нужно как-то погасить. На стволе пара царапин, но крючок, оптика и газовая система кажутся целы. Хорошо. Уничтожь прожекторы всех врагов в его окрестностях. Отличный выстрел. Ладно, я меняю позицию. Отлично. Но дорога не фонтан. Кто-то идет, прячься. Риду ан акула лака шайан. Мада? Таал хуна, ла ариду ан адулла асих тувал алвакт. Алкуль шай тамам инда. Кулли шай хаде, ла джадид. Все, хватит с меня болтовни. Снимем их одновременно. Возвышенность, поднимись туда. Ладно, я меняю позицию. Не светись, не шуми. На месте. Ну, давай посмотрим. На другой стороне я насчитал 7 противников, у них XM8. Называй цели, я готов. Первая цель за деревяшками. Понял, я им займусь. Отличная работа. Следующий. Двое противников стали очень удачно. Убей их одной пулей. Ставлю 50 баксов, что не снимешь одним выстрелом ту парочку.